Гонки на роботах. Поехали! Каждым днем к нашим новым электронным друзьям. Привет, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои домашние животные. Помните, ребят, я снимала видеореакцию на робот-пылесос, который я купила, чтобы упростить уборку за большим количеством животных. Мне он очень понравился, но я поняла, что наш будущий дом все-таки немного великоват для одного пылесоса. А если еще будут ковры, например? Короче, ребят, я решила заказать еще один, только более новой модели и именно для ковров. И сегодня мы посмотрим не только реакцию собак на робота, но и нашего маленького спасенного котеночка Алисы. Понравится ли им новый электронный друг? А заодно проведем челлендж между этими двумя роботами. А ты подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, нажимай колокольчик, а мы начинаем! Нажали колокольчик? Кстати, ребят, если вы тоже любите реакции, ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, чью и на что вы хотите еще увидеть реакцию. Я обязательно ее сниму. Не хочет слазить даже. Алис, тебе нравится лежать на коробке с пылесосом? В прошлый раз, сейчас я правильно скажу название, чтобы и вы тоже не запутались, я заказала Life V5S Pro. И собаки не испугались, а некоторые даже заинтересовались нашим новым электронным членом семьи. А вы писали тогда в комментариях варианты имен для этого робота, и мы решили назвать его Валли. И сегодня против этого малыша будет выступать новенький iLife A4S. Обожаю вот этот момент. Ну скажите, вы тоже это любите? Я когда заказывала, посмотрела таблицу сравнения, и вот чем они одинаковы. У них у обоих автозарядка. На обоих можно ставить, устанавливать расписание. Вот зарядочка наша. Тут еще пультик, батареечки для пультика, фильтр дополнительный, кисточки и инструкция. И еще у них у обоих режим антипадения, антистолкновения и 4 режима очистки. Это то, чем они похожи. Сколько всего приятного в новых покупочках, скажите, да? Белый iLife против серого. Пошлите их запускать. Гонки на роботах. Поехали! Рики вырвался вперед, Лаки только потом поехала. Лаки, догоняй! Догоняй, Рики! Короче, у нашего Валли V5S Pro есть влажная уборка и танк для воды, то есть он отлично подходит мне для голого пола, где нет ковров. A4S, кстати, имя мы ему пока еще не придумали, так что пишите в комментарии, рассчитан именно на ковры, поэтому у него нет этой функции. Зато у него есть режим мини-комнаты. Тройная система очистки, то есть он круче в этом, и объем у него больше. У того 300 мл, а у этого 450, и работать он может дольше на 20 минут. Короче, самое главное, это то, что этот пылесос проводит именно глубокую чистку ковров от всяких гадостей, которые там живут. Типа пылевые клещи, фу, грязь, бактерии, летучие вещества и даже, ребят, мертвые клетки кожи. Бе! Шерсти и застаревшей пыли, от которой, кстати, у многих не только людей, но и животных случается аллергия. Все-таки убежала. Алиска испугалась пылесоса и бегом забралась наверх. Ковер белый, ребята, и он постоянно пачкается. Вот сейчас проверим, почистит ли он его или нет. По-моему, Софи так привыкла к Валли, что ей вообще все равно на этого робота. А Юмичу с одной стороны интересно, но она при этом побаивается. А Эйвен боится именно, когда он к нему подъезжает и уходит в лежанку. Мишанька тоже явно не привыкла к Валли и сидит вместе с Эйвеном. Котенка Алису я смогла приманить только на вкусняшку. Нет, все-таки спрыгнула, но уже не убежала в лежанку. Маленькими шажками. Нет, ребята нацелены на Алисину вкусняшку. Алиса, не разрешаем есть. Вот, не страшно, не хочет, но уже убегает не так далеко.
я не буду лишний раз ее пугать. Будем постепенно приучаться с каждым днем к нашим новым электронным друзьям, уборщикам. Ну и таких, как Миша, тоже лишний раз пугать не будем. Будем просто постепенно привыкать. Да, ребят? Алис? Все? Да. Кстати, ковер реально стал гораздо чище. Не знаю уж, что там про клещей, которые там живут. Как назовем нашего темненького друга Валли? Темненький и светленький. И самое обидное, что когда я уже купила его с большой скидкой, я узнала, что 11 ноября будут еще большие скидки, потому что будет распродажа и самая низкая цена за весь год. Плюс там всякие купоны от магазина. Ну, короче, раз уж я не успела, я решила рассказать вам, если вы захотите сделать себе такой подарок на Новый год или кому-нибудь из близких, особенно если у вас есть животные, то я на все ссылочки оставлю в описании к этому видео. Алиса играет с Юминым хвостом, грызет Юмин хвост. У них такая дружба. Котенок и щенок, лучшие друзья. У меня много животных, и неизбежно, что здесь, что в новом доме в коврах скапливается вот эта вот вся бяка. Кто-то песочек с улицы занес, собачья шерсть, а теперь еще и кошачья. Плюс все эти гадости типа клещей и отмерзших частичек кожи. Всякие вредные вещества, пыль, грязь, которые не видны человеческому глазу. Поэтому для меня, конечно, роботы-пылесосы это вообще реально очень крутая штука. Ну а с вами мы увидимся скоро в новых роликах. Подписывайтесь на все каналы, на все наши соцсети. И пока!